Всем привет. Вот такая колея, все растаяло. А теперь посмотрите, как кто-то выезжал. То есть тут очень жестоко поездил. Вся машина в сране. Что мыл, что не мыл, вы посмотрите. Блин, ну неужели нельзя аккуратно выехать, блядь? Вот смотри, весь капот обосрали, блядь. Самое главное, что сам выехал, блядь. Хрен с ним на мойку, время терять опять. Всем привет, вы на канале «Чтобы выжить». Вот такой утром сюрприз. Ладно, хоть машина целая, то есть... Кто-то то ли забуксовал, то ли я не знаю, что видали. Всю машину грязью просто обрызгали. Вон зеркало, стекло, все, капот. Естественно, сейчас придется тратить время. Пойду, наверное, какую-нибудь самообслужку, может быть. Сейчас комментарии еще раз почитаю, поищу. Нашел мойку. Да, обрадовался такой, прямо около дома. А у них технички нету, то есть ребята... ценят свой труд, или как там это называется, я не знаю. Ну, короче, только берутся только за мойку полностью. Сейчас еще сказали мне, подсказали, что где-то в конце автозавода есть мойка самообслуживания. В общем, я уже подъезжаю к повороту на аэропорт. Покупаем лом, чип-тюнинг, шиномонтаж. Какая-то мойка была, вроде была, так там занятая. Ребята, вроде наконец-то нашел. Машина чистенькая. Ну, немножко тут не смыл. Прикольно, в принципе. За 50 рублей довольно-таки долго там шла теплая вода. Вы не представляете, о чем я думаю, кто о чем. Где я вот эту вот здоровенную штуку, не знаю, как вам показать, сейчас покажу. Вот эту. Где ее закрепить в Toyota Camry? Есть у меня мысль поехать в Москву, но не буду заранее говорить, а то я летом все говорил, что уезжаю, никак не уеду. Съездить, попробовать на Camry потаксовать, а чтобы снимать заявки, я не могу, как Стас, ехать и... Леха-муха, вот тебе проехал, меня обрызгал. И держать в руке камеру, потому что я по Москве не так, как он, блин, как у себя дома ездит по Нижнему. То есть надо будет крепить, а крепление очень здоровое. Так, выбираем Best to Park. Так, теперь собирается, та-та-та. Вывод там без комиссии. Процент очень маленький, что мне очень нравится. Так, ребят, доехал до сортировки. Конечно, блин, первый заказ такой, вроде 263, но, блин, очень далеко. Довез четырех пацанов. Попутный был заказ Лебедева чего-то там. Второй 800 метров. Так, сортировка, частный сектор. Тоже не знаю, не очень мне нравится тут район такой. Верхушкам почему-то больше, не знаю. Так, смотрим. Так, вроде я здесь, на месте. Оплата наличными на рождественскую. Ребят, сейчас был полный казус, короче. Вообще-то. В общем, ехал с сортировки на скобу. Проехал по луже. 273 рубля, завершаем. Спасибо за проехал по луже. И что-то залило там. Машине, он сейчас ошибка до сих пор горит. И в общем все 10 километров я ехал 20-40 километров в час.
Парню говорю: слушай, отмени заказ, закажи другое такси. Вот, 436, два заказа. Блин, пробег забыл сегодня замерить, но сейчас скину. Километров 40, наверное, думаю. Он: да ладно, говорит, поехали, как хочешь, давай поехали потихоньку. Я, в общем, с аварийкой где-то глушил, где-то заводил. И вот просохло у меня только, вот тяга появилась. Вот по мосту по Канавинскому еле проехал с аварийками. Надо будет посмотреть, что там заливает, что могло такое залить. В общем, вот такие дела, ребят. Еду на верхушку. Пришел наконец-то заказ, дал в спину здесь его. Сейчас придется немножко развернуться здесь, попытаться. Ребят, приехал вообще в детский садик. Поначалу показалось, что 300 рублей, думаю, ничего себе, 5 километров, 300 рублей, оказывается, 115. 10 минут, 115 рублей, 3 километра, завершаем. Спасибо за поездку. Да, цены, цены, ребята, я согласен. Но тут, говорю, выход один, хочешь катай, хочешь не катай. То есть, вчера смотрел опять канал Стаса, он тоже, блин, такое ощущение, что я канал Стаса рекламирую, хотя он в рекламе не нуждается. Он, ну, похожие мысли, то есть он говорит, когда начинаешь катать, такую дичь, говорит, сыпят, такие заказы Яндекс, что хочется в этот момент плюнуть и уйти домой, как говорится. Но если ты перетерпишь, да, удержишь себя в руках, то в конце 12-часовой смены он выровняет тебе. Тут в комментариях спрашивал комиссия Яндекса с Арзамаса. 16,7 вот показывает от стоимости заказа, это 45 рублей с 270. Комиссия парка 2%, 5,46. Бесту парк я подключился, повторяюсь еще раз. Смотрим, со 115, 17,3. То есть чем меньше заказ, тем больше Яндекс берет комиссии, чтобы себе бабла заработать. 2,3 таксопарк взял. Так, пришла дальняя поездка на Шапошнику и обратно на Керченскую, здесь из Сбербанка. Долгая поездка на месте. Корпоративный заказ. Шуры-муры проливали. Так как Яндекс заказами не балует, да и, в общем-то, я беру все подряд. Смотрим, что, ну, какой километраж нам тут предстоит. 1 час 26 километров. Привет. С Керченской, из Сбербанк. Приехал тут одни: металлоприемка, шиномонтаж. Но тут говорят, богатые миллионеры из трущоб могут быть. В общем, заказ был 450, мне их назад везти. Я включил ожидание, уже 474. Куда он девушек ведет, там я не знаю, по снегу. Но посмотрим, сколько они там будут. Может, накапается с ожидания что-нибудь. Ну, Стас, пока смотрю. Говорил уехать час, доехали за 37 минут. Давайте посмотрим, сколько натикало. 450 было, 46 рублей за ожидание. Приехали клиенту, еще раз напоминаю, сбербанковские, две женщины и девушка там. Может, какой-то договор заключать, может, то, и я первый раз слышу, что выезжают. Ну, видимо, к юрлицам. 498 рублей, ожидание 12 минут. Что, машину сели? Слушай, ты езжай. Вот, блядь, они с этими рюкзаками, блядь, вот пассажир с рюкзаком, это, блядь, это... Гадалки, не ходи, это нищеброд, блядь, вот это бадлянтина, который на ты разговаривает, блядь. Так вообще, что они где-то эти курсы заканчивают, нищебродов, блядь. Все, Стаса смотрю, пока жду. Так, было 450, уже 536 рублей. Жду я их 21 минуту. Напишите в комментариях, хорошо или это плохо, но, в общем-то, что я просто бы катался по городу в поисках заказа, сколько, 86 рублей уже накапало. Правда, с них тоже Яндекс сейчас возьмет свою комиссию. Но, тем не менее, ждем. У Сбербанка денег до хера. Все, люди выполняют свою работу. В это время ждем. Молодцы, хоть не нищеброды, не заканчивали курсы нищебродов. А то могли бы дождаться, пока они все сделают, и вызвать им другое такси. А кто-то заказал, что туда и обратно их довезти. Вот ждем. То есть,
В свое время я эту кнопку не использовал, что-то даже не думал, но вот сейчас видите, сколько тут, 88 рублей натикало, уже 22 минуты ожидания. Так, ребят, уже 32 минуты платного ожидания, смотрю YouTube, 580 рублей. То есть, напомню, поездка 450, но это мне надо еще вернуться на Керченскую, 12 километров. И уже накапало 132 рубля ожидания. Опять же, я удивлен, это просчет или просто у них нет лимита. Они могли бы после того, как закончат сделку, ну там, или какие-то свои дела, вызвать такси заново. Так, 37 минут. Выходят девушки. Итого поездка длилась час 29. За час 29 602 рубля и, наверное, 25 километров пробега. Это с ожиданием 30 почти минут завершаем. Значит, ожидание 152, ожидание на месте 13. Продолжаем. 1020 баланс, 4 заказа. Во-первых, удивила доплата Яндекса от 180 рублей на верхушке. То есть это вообще обнаглели, было 320. Во-вторых, пришло отмена транзакции на 80 рублей. Я что-то не понимаю, что это такое. Везде, как в Москве, базы цветов появились. Да эти донеры кебабы, шаурма, то есть народу денег только на цветы и на еду осталось, похоже, дело. Уже думал, куда опять ехать. Пришел заказ на Покровку. Что-то только навигатор почему-то другой адрес показывает. Может, они как-то там рядом, непонятно. В общем, в итоге отменили заказ. Что-то не знаю тут. Небо. Бля, только я около неба. Нет, не буду брать, уже заколебался тут крутиться. Не стал брать с неба заказ, а он мне опять заказ с неба дает. Короче, активность сняли. Сколько тут у меня? 85 активность. Два раза в небо сошел с линии. Что-то посмотрел я на бонусы 180 рублей. Мне стало так грустно. Яндекс вообще что ли ошалел? Я то есть не понимаю. То есть или и так спрос повышенный будет, коэффициенты, но у них зоны не красные. Узнавайте больше, пошли в жопу. Фары у меня вообще не светят, то ли грязные, то ли у меня что-то замкнуло, вот я говорил. Ошибка двигателя так и горит. Стал давать какую-то фигню Яндекс, выключался здесь. Бестопарк убираем. Время 5.06. Бонус от 180, ну это вообще капец, конечно. Сейчас читаю новости Яндекса. Хрен с ним, с этим моим районом, как говорится, да? Но функция по делам будет стоить 9%, дополнительно 9% от заказа. То есть они вообще охренели просто. Ну и так уже зажали со всех сторон. Нафига удобная функция была, блин, я не знаю. Ну, хотя у нас тут по нижнему сколько минималка-то? Вот я за 250 доезжал утром с автозавода Верхней Печоры. Это на 20 рублей будет стоить мне доехать дороже. Вон, видите, новые условия. По делам и мой район. Платная услуга. Она стоит 9... Для водителей она стоит дополнительно 9% от заказа, включая НДС. Напомню, 1020 рублей. Кстати, машина постояла, ошибка исчезла. Вы приехали. На Сахарова к Спару приехал. Давайте посмотрим, куда он меня заведет. Только не в Сурмово, ради бога. На Гагарина, оплата наличными. Верните налево. 114 рублей, блин, девчонку высадил, надо было завернуть. Она пошла на переход. Да блин, она сама сказала здесь с этой стороны. В общем, даже в зону бонусов не попал, то есть по пробкам, но смысла нету никакого. И сейчас мне в сторону улицы Горной попутный заказ. Ребят, доехал на Московский, 230 рублей.
с мужиком разговорились. Что-то опять я, как всегда, про Москву опять начал разговоры. Он, наоборот, сколько-то лет назад уехали в Москву, говорит, дочка, поступили. А работает здесь. Я уж не знаю, собственный бизнес. Я говорю, а почему так? 1354, 6 заказов. Он говорит, в Москве аренда дороже. Платить надо больше людям. Так, домой. Пришла заявка, здесь по проспекту Ленина еду. 1 километр 6 минут. Не знаю, дождется человек, не дождется. Так, приехала на точку, машина что-то меня не пускает. На улицу Плотникова по безналичной оплате. В общем-то, чего хорошо. Так, довез девушку, 176 рублей. Пожалуйста, за поездку. Я хотел только посмотреть. Сейчас остановлюсь. Не дают. Машины ездят, бля. Так, еще раз. 1527 заказов. На линии сегодня я 7 часов. Час где-то перерыв. Там, может, минут 30-40. Вот. Все, всем всего хорошего. Всем удачи. Пишите комментарии, подписывайтесь, не забывайте.